Spain Olga. Здравствуйте, привет. Спасибо за интересные рассуждения и дельные советы. Я очень рад, что они помогают и вообще нам, по-моему, всем интересно. Мне очень. А как вы относитесь к акриловым краскам? И можно ли смешивать акрил и темперу? Ну, я не пробовал смешивать. Мне кажется, раздельное питание очень советует, чтобы, ну вот, например, я вкушал сегодня черешню, замечательная черешня сейчас в Гурзуфе. И мне предложили персики, тоже замечательные. Но вот я ем эту черешню, просто душа радуется. И не хочется переходить на другой вкус. Мне кажется, это очень, ну, естественно для меня, органично. Взял, например, темперу ту же, да? Зачем мне еще с акрилом смешивать, если чего-то прямо совсем не хватает? Но это нужно повышать градус, как говорят опытные. А Жванецкий говорил, что водка, нет, не водка, алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах, в любых. То есть взял я, например, водку, зачем мне потом вино пить? Лучше коньяк. Я к чему? То есть взял темперу, ну и наслаждаешься ты этой черешней. Зачем тебе еще арбуз есть? Потом. Следующий рисунок сделаешь акрилом. Я не смешивал, друзья. Кто смешивал, пожалуйста, скажите о результатах на утро. Что там после, если акрил с темперой смешать? С акрилом я пока не подружился. Он все-таки как-то слюнявится, так вот сопливится, во, точнее. Тут какие-то большие птицы на деревьях. Павлин, что ли? Павлин-мавлин какой-то. Огромный хвост. Ой. Ну, что значит сопливиться? Это не научно. То есть покрывается пленкой, когда ты пишешь темперы. Тем более на жаре. Его нам нужно все время пульверизировать. Опрыскивать, то бишь. Пшикалкой. Сказали, нельзя называть пшикалкой. Какая-то женщина написала. Только пульверизатор. Я теперь слежу. Пш-пш-пш. Ну, чтобы пленка не покрывалась. А так кисточку макаешь, а она уже пленкой уже блестящая. Не очень красиво. Не очень удобно писать. Мне лично. Темперы удобнее. Вот как-то сделана краска. Удивительно, что удобная краска. Много раз о ней говорю и пишу. Наброски я все время вам показываю, как я темперы пишу. Пейзажи мне интереснее маслом писать. Ни акрилом, ни темперой. Все-таки темперы тоже хорошо, но маслом особенно интересно. Просто больше возможностей. Кто-то недавно спрашивал, а можно ли по темпере, вот на холсте, темперы прописал, а потом маслом. Думаю, да, ну а что такого? Она же ПВА, ничего не случится. Один знакомый художник сначала прям пишет, только черный он пишет, черный и белый темперы, прописывает тон, а потом ударяет, ну, пишет цветом. Очень хорошие работы получаются. Я проблем не замечал. Ну, акрил и темперы, ну, чтобы не смешать. Водная же краска, и та, и другая. А что касается любви к акрилу или к чему-то еще, это индивидуально. Надо пробовать, мне кажется, любые совершенно разные возможности, разные инструменты. Каждая краска имеет свою историю, у нее свой язык. И ты просто подстраиваешься под этот язык и учишься выражать себя этим языком. Мне интересны на самом деле все материалы, и я бы и акрилом с удовольствием что-нибудь написал большое, только почему-то мне тянет сразу там 2х2. Ну, удобная, видимо, краска для таких размеров. Напишу как-нибудь. Дело будет. Обещаю. Тимофей Калинин. Я хотел бы что-то похожее написать. Или нарисовать наброски. Вернее, спросить, как это возможно сделать. Надо просто приходить на наброски и рисовать, и делайте похожее. Найдите, я не знаю, из какого вы города, найдите какую-нибудь студию, где наброски обнаженной модели делают художники. Всегда собираются. Ну, везде. Если нет, сами создайте. Напишите клич в какой-нибудь соцсети, что я хочу провести первый там урок набросков и модель пригласится. Было бы намерение.
всегда под это дело найдутся и те, кто захотят с вами рядом рисовать, и те, кто будут позировать. Если пока нет, кому позировать, ну, друг другу просто порисуйте. Да пусть даже в одежде, вы просто начнете, а потом постепенно найдется и обнаженка, не проблема. Да, Тимофей, конечно же, важны очень навыки рисунка хорошие. Рисовать человека очень сложно. Начинать нужно, не знаю, какого вы уровня, с простых вещей, с простых фигур. Тело человека рассматривать как сочетание простых объектов. Об этом у меня, по крайней мере, сейчас есть два урока по наброскам карандашом. Я буду продолжать эти уроки, но пока по карандашам два, причем сложный довольно-таки ракурс. Я объясняю, там одна фишка есть, как не ошибаться в том, чтобы показывать объем, рисуя человека. Так что заходите, это интересные уроки.